Оползень перекрыл русло реки, изменилось направление потока воды, было подмыто основание подпорной стены, насыпи, автодороги. В результате произошел обвал. Повреждено более 10 метров проезжей части, проезд оперативно перекрыли. Госавтоинспекция города, были выставлены дополнительные экипажи. Данные экипажи будут нести дежурство на постоянной основе до устранения причин данного ЧП. Экипажи, стоящие, находящиеся на данной дороге, перенаправляют транспортные потоки во избежание заторовых ситуаций по альтернативным путям объезда. Автолюбители, ранее использовавшие этот объездной путь до развязки с улицы Пластунской, теперь едут по дублеру Курортного проспекта, либо по Виноградной. Для одних водителей это проблема, для других нет. Объездные пути есть, но времени затрагивает достаточно много. Раньше 10 километров, и ты дома, а сейчас надо 30 километров объезжать трассу. Поэтому этот мост связующее звено. Теперь приходится через дублеры, через центр города ехать. Не видел даже, если честно. Что обвал случился, не знаю, не видел. Это объездная дорога. Я езжу вот по другой трассе, по новому дублеру, поэтому меня это нисколько не задевает. Поврежденный участок обследован оперативными дорожными службами. Масштабные восстановительные работы пока еще не начались. Официальных комментариев о сроках ремонта федеральные дорожники пока не предоставили. Между тем, непогода продолжает хозяйничать на побережье. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.